Медиагруппа «Авангард» представляет. Действительно, сейчас многие говорят о том, что в СОКе нужен TI. И там с TI улучшается качество детектирования, качество респонса и так далее, и так далее. Поэтому, прежде чем я начну дальше рассказывать, хотелось бы спросить, а кто у себя TI уже использует? Из тех, понятно, Solar, раз, два, три, четыре, пять. Ага, Сбербанк, вижу. Не так много, к сожалению, а может быть и к счастью. Действительно, TI – это тот инструментарий, который должен помочь обнаруживать инциденты, которые из года в год становятся все больше. Инциденты случаются, это суровая действительность, суровая реальность, и с ними надо бороться. Если посмотреть вообще, что такое TI, что говорят там различные именитые агентства, допустим, Гартнер говорит о том, что это определенные знания, которые помогают на основании знания об активах, фактах и включающие различный контент принимать так или иначе различные решения. Причем, если посмотреть в это определение, там очень-очень много того, что должно входить в TI, то есть там последствия какие возможны, рекомендации, которые могут быть использованы и так далее, и так далее. В принципе, если на все это определение посмотреть, если бы весь тот TI, который на текущий момент существует, ну или, по крайней мере, я лично видел, то TI это для меня было бы какой-то определенной там сказкой Шахерезада, вот, которая бы говорила о том, что все, вот у тебя будет TI, и ты все проблемы легко и быстро решишь. Но на самом деле все случается именно не так. Для меня в первую очередь TI это приоритизация тех инцидентов, которые случаются, и самое главное принятие решений. То есть TI это именно та информация, лично для меня там, и для наших ребят, которая дает понять, что вот в пятницу вечером, когда мы там все пошли пить коньяк, либо петь в караоке, следует ли на этот инцидент срочно выезжать на работу, либо можно подождать там, и предпринять меры, там, отработать стандартные плейбуки, аналитиков вызывать не надо. И, в принципе, можно продолжать заниматься своими любимыми увлечениями. При этом, если мы говорим о том, какие требования надо предъявлять TI, то в первую очередь это релевантность данных. Да? То есть зачастую поставщики TI предоставляют какие-то различные данные, а если активы в инфраструктуре, которые позволяют эти данные использовать, если информация в инфраструктуре, которую можно эти данные применить, да? Потому что зачастую случается так, что все под TI подразумевают какой-то набор информации, а потом, когда эту такую магическую коробочку открывают, смотрят, а там вместо знаний, которые организация может применить у себя внутри, получается ну, там, что-то совершенно неведомое, зверюшка там, или вообще не имеющее отношения к той инфраструктуре, которую эти TI пробуют применить, там гульфик какой-нибудь. Соответственно, также говоря о TI, следует тщательно смотреть на актуальность тех данных, которые предоставляются. То есть, в принципе, ни для кого не секрет, что есть отраслевая специфика групп злоумышленников. Кто-то атакует финансовый сектор, кто-то атакует госучреждения. И, в принципе, банкам, наверное, нет смысла получать TI, который так или иначе связан с космической отраслью. Дальше, если смотреть на региональную специфику, то тоже группы злоумышленников, они, конечно, пересекаются. Да, мы все говорим, что интернет интернациональный, границ там нету, но тем не менее региональная специфика с точки зрения действующих группировок, применяемых инструментарий, он тоже есть. Есть такое понятие, как TTL, time to live, то есть когда эти индикаторы были актуальны. В принципе, если, допустим, посмотреть на публикацию там, отчетов о каких-либо АПТ-атаках, АПТ-компаниях и посмотреть, когда была сама компания и через какое время вышел публичный отчет, то там в среднем получается порядка 14 месяцев. И что у нас в большинстве случаев происходит? Да? Какой-нибудь СОК получает вот эти радостные индикаторы от какой-нибудь многоуважаемой компании и у себя ставит на блокировку на межсетевом экране. Нет, ну это как бы неправильные действия, да, вредоносная кампания была 14 месяцев тому назад, а иногда 2 года, 2,5 года назад, и необходимо запускать совершенно другие механизмы, необходимо запускать совершенно другие процессы внутри организации. Ну и дальше, естественно, скор, то есть насколько этим индикаторам можно верить, которые компания получает, и насколько этой информации можно доверять. Говоря о доверии,
следует также отвечать на достоверность, потому что, в принципе, большинство данных, там, особенно этим грешат там open-индикаторы, open-OK, в большинстве случаев туда попадает какой-нибудь там хэш, айпишник, домен, ну, хотя с хэшом это там более простая ситуация, там айпишник, домен, но при этом нет информации, почему, на основании чего, почему этот вендор решил, что это так, почему этот исследователь решил, что это так. И то есть этот уровень доверия, он должен выстраиваться либо, ну, там, при взаимодействии с поставщиком TI, либо, грубо говоря, должны быть процедуры внутри организации, которые позволяли бы понять, чему именно организация доверяет, а чему именно не доверяет. Ну вот про оперативность я уже говорил, о том, что да, действительно, там оперативность поступления индикаторов, она имеет отношение не только к тому, через сколько и через какой промежуток времени удалось получить эти индикаторы, но еще и к тому, как их применять. Потому что зачастую, там, если случилась какая-то массовая эпидемия, и ты через TI получаешь эту информацию на следующий день после массовой эпидемии, но уже нет никакого смысла от этой информации. Дальше следует понимать, что в принципе у Threat Intel внутри организации тоже должен быть свой процесс, и этот процесс, он также в принципе сложен, как те многие процессы, которые зачастую возлагают на Security Operations Center. И при покупке TI необходимо понимать, что надо быть готовым к тому, чтобы начать строить процесс внутри организации, который вся там включает такие пункты, как там, допустим, определение целей злоумышленников, да, там, и, соответственно, какая информация из TI поможет. Дальше, соответственно, сбор этой информации, распространение по инфраструктуре, обязательно анализ того, как эта информация отработала на инфраструктуре, какие результаты были получены, и самое главное, это еще обратная связь, то есть понимание того, то, что эти индикаторы, они нам важны, эта информация об угрозах, она нам важна, эта информация об угрозах нам не важна, эта информация об уязвимостях в таком программном обеспечении нам не нужна. И на самом деле, ну, грубо говоря, при внедрении у себя TI надо быть, еще раз повторюсь, быть готовым строить процесс обработки этого TI, чтобы не получилось как в той поговорке про хромую кобылу. Но если говорить о сухом остатке, то при внедрении у себя TI надо быть готовым, ну, во-первых, знать, какие информационные активы, бизнес-процессы и какие данные нужны. То есть без знания и понимания информационных активов нет смысла в TI, потому что непонятно, как его применять относительно к этой инфраструктуре. При этом еще иметь соответствующие технологии, которые тоже чрезвычайно сложны и не у всех есть, именно обработки, верификации, имплементации в инфраструктуру этого TI. Потому что TI как справочная информация для команды реагирования и расследования – это одна история. TI, который работает полноценно на инфраструктуру, который правильно говорит о том, какие уязвимости в первую очередь закрывать, какие письма в первую очередь смотреть, который правильно позволяет приоритизировать, это именно то, как надо работать с TI. Ну и самое главное, быть готовым менять приоритеты и процессы, которые выстроены в SOC, обязательно быть готовым о том, что в результате получения информации из TI надо будет выходить за рамки, за те SLA, которые есть. Быть готовым к тому, что если мы по TI получили информацию, что это уязвимость критическая, эксплуатабельная, и ее начинают эксплуатировать в каком-то секторе, то менять именно тот самый SLA, допустим, который выстроили с IT-службы, который говорит, что мы уязвимость патчим за месяц. Нет, не за месяц. Мы получили информацию о том, что эту уязвимость нам необходимо запатчить за 2 часа. То есть, и вот это вот на самом деле самый тяжелый вопрос, потому что не все всегда готовы при выстраивании процессов с точки зрения информационной безопасности, IT и бизнеса менять оперативно приоритеты и менять эти процессы в зависимости от той информации, которая компании была получена. У меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Да.